Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева на скорой доставлена в больницу. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник. По данным издания, Гузеева сейчас находится в больнице номер 40 в Коммунарке. Ей уже сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Сообщается, что Гузеевой врачи дали успокоительные, так как у нее был сильный стресс, но точный диагноз пока неизвестен. Ведущая программы «Давай поженимся» еще утром в воскресенье в своем инстаграм делилась с подписчиками фотографиями и видео из Крыма. Там, в одной из клиник, актриса проводила косметические процедуры. «Всего 3 дня, а я уже чувствую себя обновленной и отдохнувшей между съемок», писала у себя в инстаграм Лариса Гузеева.